Первую часть и сразу победа. Армянчанин Георгий Лебедев впервые выступил во взрослом составе и принес удачу сборной мужской команде России по бадминтону. На чемпионате Европы он стал обладателем бронзовой медали. Этот успех помог сборной России впервые за всю историю участия подняться на пьедестал. Соревнования проходили во Франции с 11 по 16 февраля. Участие принимали 38 стран. По словам Георгия, к русским относились гостеприимно, и обстановка в целом была позитивной. По решению главного тренера сборной команды Майоровой Клавдии Евгеньевны, Лебедев на корте встретился со спортсменом из Польши. Армянчанин одержал победу. Также выполнил норматив мастера спорта России международного класса. В ходе всех соревнований российская команда обыграла сборные Польши, Ирландии, Австрии, Болгарии. У Георгия сейчас плотный график. Накануне, вернувшись из Франции, он уже сегодня вылетает на очередные соревнования в Голландию, а затем в Германию. Встретиться нам не удалось, но мы дозвонились до него. Георгий, привет! Мы буквально на минуточку. Вот мы на камеру снимем. Покажи нам свою медаль. Слушай, так в виде валанчика, да, получается? Угу. Вот изображено. Ой, ну здорово, здорово. Ну что, как настроение? Нормально. Отлично. Сейчас дорогу опять? Угу. Отметим, Георгий самый молодой участник. В январе 2020-го ему исполнилось 18. И он из поселка Дружба. Бадминтоном занимается с 9 лет. Тренируется в родной школе номер 11, где учился. Тренером является Инна Асхатовна Макарова. В последнее время он готовится в составе юношеской и мужской команд России и учится на первом курсе факультета физической культуры и спорта Коломенского университета. Елена Цыганова, Игорь Чернышов, Ольга Захваткина для программы «Городские вести».